Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярикан, и сегодня мы продолжаем прохождение игры The Darkest Tales. Сразу скажу, хочу сказать вам спасибо за лайкосики, за подписочки и комменты, все это очень помогает продвижению нашего канала. Итак, в прошлой серии эгоизме, в прошлой катке эгоизме, мы выполняли три желания Аладдина. Ну, Джина, точнее, не Аладдина, Джина, блин, перепутал я их, да. Сейчас нас проглотила какая-то сраная вонючая рыба. Карта называется Безумие. Вот я... Ух ты, ёпта! То есть любые кости, любая ерунда, она наносит нам вред. А у нас фонарика нет? Это... Нет, подожди, плавать мы не можем. А чё такое? Да. Ух, как красиво оно сочетается. Просто бомбически. Очень круто. Все, карту мы открыли. Одно зеркальце открыли. О боже, это капец какой-то. Обалдеть, я тут вообще почти всю хилку потратил, пока только прошел 5 метров. Мне здесь нужно освещение. Барам-пам-пам. Так, снаряжение. Пока нам не надо. А, я просто сюда запрыгиваю, да? Это рыба встряла. Хорошо, хорошо, хорошо. Куда за ерунда внизу? Я понял. Блин, столько всего злого. Так и хотят мне вред принести. Это что за штуковины? Я таких никогда не видела. Я тоже. Дай-ка гляну поближе. Давай, давай, посмотри. Там кто-то живой. Прикинь. Икринка какая-то. Предлагаю не выяснять, кто это, и побыстрее делать ноги. Эй, не бросай меня! Подожди! Ну так полетели. Да, пробить мы пока ничего не можем. Я думаю, они сейчас все живут. И все побегут на меня. Да? Дети, к нам поступил новый доброволец. Кто здесь? Процедуры могут быть болезненны и сопряжены с побочными эффектами, но это нужно для науки. Мне кажется, что голос идет оттуда. Эй, ты! Я тебе не подопытный кролик, ясно? Прошу добровольца немедленно пройти в зону испытаний. Может, он нас не слышит? Или не слушает. Испытание скоро начнется. Просьба ожидать указаний и ничего не трогать. Вот это что ли? Скафандр. Промежуточные выводы. Испытуемые не в состоянии выполнить или понять простейшие указания. Например, ничего не трогать. Надо же, какой мерзкий тип. Погоди, дай я тебе помогу. Давай, 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 подсвети. О, нам еще копье дали. Какой? Но мы с тобой опять сумели спастись. Не спеши радоваться. Помнишь, мы видели икринки? Ой, кто-то побежал с правой стороны.
Так, новая возможность. Копье. Нажмите Ctrl, ударить по врагу. Ага, это типа дальний удар. Есть. Опа. Сильно-сильно. Обществу не пройдено. Испытуемый крайне агрессивен. Он без промедления напал на моих родных детей. Он считает этих монстров родными детьми? Пройдите в зону следующего испытания. Подштопаемся. Так, давайте сразу прочекаем территорию. А, или стой, или мы здесь... А, мы здесь были, правильно? Ой-ой-ой-ой, больно. Очень страшно в темноте все такое. Даже не знаю, правильно ли мы дорогой идем. Персоналу, не занятому в испытании, просьба покинуть закрытую зону. Ну давай, разваливайся. И топором нет. Ага, да, я же забыл, мы по стенам уже ползать. Все, я понял. Значит, мы пришли туда, куда не надо пока. Очень жаль. А очень хотелось. Ну да ладно. Так, хорошо. В любом случае, мы где-то здесь. Слушай, а мы неплохо так подсветили им. На самом деле, я считаю, бумеранг очень крепко отработал свое. Ой. Вообще шикарно на дальняке. Просто великолепно. Минус. Бля, я их не вижу, но они где-то там есть. Да почему ты туда стреляешь? Все, минус.
Ага, понятно, понятно, понятно. Едь, по кишкам рыбы мы тут ползаем. Подготовка ко второму испытанию почти завершена. Надеюсь, он не собирается будить это чудовище. Что это за здоровяк такой? Начинаем второе испытание. Давай, маленький, давай, давай. Силы! Убей его! Я пытаюсь! Ты его даже не поцарапал! Это я заметил. Не пищи, отвлекаешь. Ты меня послушай. Я ведь говорю дело. Когда увидишь, что оружие вдруг засияло, бей со всей силы! А когда оно должно засиять? Так, мне удерживать надо. Ну, а тебе. Способ коммуникации с внешним миром для испытуемого – насилие. Его физическая сила не соответствует его скромным габаритам. Кроме того, он владеет магическими приемами. Рекомендовано дополнительное тестирование до вивисекции. Так, заряженный мощный удар. Удерживайте Е, чтобы зарядить мощный удар тяжелым оружием. Теперь понятно, да? Что мы можем теперь удерживать кнопочку и давать вот такой удар. На! Все, теперь ворота вылетают на ура. Стоп, 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 подожди. Мышка, мышка вышла за другую сторону. О, меня это чуть не погубило. Жесть, одна энергинка у нас оставалась. Так, это понятно, я потом приду, все это пособираю, все, что мы с вами пропустили. Опс, не туда. Стой, 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 подожди. А почему я не могу допрыгнуть? Есть. Выносим дверь. Шикарно. Опыт номер 3. А, смотрите, мы как раз пришли к тем дверям, которые мы не могли пробить с вами. Все становится понятным и очевидным. Внизу шипы. Вижу. Да ты должен был умереть уже. Есть. Этот минус. В смысле, не все так легко? На тебе. Ух.
Да, слушай, темнота дает о себе много знать. О, здесь, конечно, очень неудобно драться с ними. Ух ты, не допрыгнул. А мне очень надо, дайте мне. Есть. Забрали. Ну, как бы я не скажу, что там сильно много, конечно, опыта нам капнуло, но... Я сначала не понял, как это работает. Жесть. Ну давай штопаться. Даже прокомментировать что-то тяжело, потому что в принципе у нас уже маны нет, чем можно лечиться было бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут тоже что-то вырастать будет. О, пчелки. Ага, вас освободить я не могу. Первое физическое испытание. Стрельба по цели. Ну наконец-то что-то интересное. Куда стрелять? Да, в нас сейчас будут стрелять, дурочка. Не догоняешь, лампочка? Стрелять будут по нам. Нормально, пробили. Другие побочные эффекты не зафиксированы. Возможно, дело в специфическом строении и составе тела испытуемого. Требуются дополнительные эксперименты. И вот здесь мы победили. А что есть здесь интересного? А, клыки, стены и все. Серьезно? Ну дали бы хотя бы какой-то бонус. Ну я такой типа а-ля мини-босс аж завалил все-таки. Второе физическое испытание — полет. В смысле полет? Я уже слышу, там кто-то летает. Ага, здесь по таймингу нам надо выждать. А, новая возможность — ниндзя. Не знаю, что она нам дает, но что-то дает. Давайте, наверное, хил. А, хил, конечно, хил, да. У меня ж так много хила. Ничего тут не двигается. Зубы всякие, кости, челюсти. Очень хорошо.
и позасейвились. Аэродинамические характеристики испытуемого оставляют желать лучшего. Его малый вес делает траекторию полета зависимой от направления ветра. Так, спрыгнули сюда, спрыгнули сюда. И внизу бегает две головы. Почему он бросает в эту сторону? Все, минус. Минус медведь. Просто минус медведь, потому что он какого-то хрена бросает в правую сторону. Я ж целюсь в левую. Ну вот в левую. Вот в правую. Ну, вроде бы как бы все логично. И посмотри, все равно он в эту сторону бросает. Ладно, победили, победили. Неважно каким способом. Хилка. Не забываем сразу хилиться. Блин. Все-таки он меня, получается, один раз достал, один раз ранил. Минус дверь. Угу. Полудурок бегает. Так, это какое мы зеркало? А, второе нашли. Второе из трех. То есть где-то. А, хотелось бы верить, что мы где-то уже ближе к финишу. Да, эту штуку мы убить, к сожалению, не можем. Смотри. Признаки интеллекта отсутствуют. Однако его физические характеристики достойны внимания. Из его тела можно извлечь ценный материал для дальнейшей работы. Какой материал? Вату? Накаляется обстановка. Мы можем вот эту штуку пробить. Или могли пробить. А если топором? Да, топором пробили. Опа, опа, началось. Мне кажется, вот эта ерунда теперь точно никогда не закончится. Надо хотя бы мелких сейчас погасить. Ой, там с правой стороны еще один дурачок бегает. Насколько близко мы к нему можем подойти, чтобы он нас не ударил. Нет, с этим что-то по-другому надо делать. Тут что-то по-другому.
А может и не по-другому. Ну, давай, подходи. А, то есть я с заряженным оружием могу все-таки двигаться. Есть такое. Давай, давай, еще немножко. Ну я точно вот так убью или нет? У меня есть какие-то сомнения в правильности моих действий. Мы сняли ему броню. Надо все-таки, получается, подходить к нему. Мы сможем так пробить? Да, мы смогли пробить. Очень хорошо. Угу. Не спеши, не спеши, не спеши. Новая возможность — взрывной выстрел. Так, и куда нам дальше, кстати, бежать? Я, честно говоря, так и не понял. Нет, ну это получается как бы просто мини-босс был, да? Ну да. И вот туда вход закрыт. А, мы же там и пробили как раз с вами дорожку. А вот теперь нам надо наверх. Все, все, все. Блин, их вообще не видно. Этих ублюдков вообще не видно. Ну где ты там, доходяга? Все. А там, кажется, вас двое было. Ты и дружок. Могу ошиб... Нет, вас было двое, просто где-то один. Или я все-таки его очень быстренько добил?
Отлично. Я считаю, мы в него просто великолепно попали. Вылупляться будете? А по-любому сейчас вылупитесь. Минуса нуля. Так, хилка, хилка, две хилки. Как раз будем потихоньку энергию набирать. О, бляха-муха. Да что же это такое? Чуть не погиб, чуть не погиб, чуть не погиб. О, пана, 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 пана. Ну давай, где третье зеркало и все. Минусанули. Есть. Опс, опс. Чуть не попался. Родятся вот эти придурки. О боже, сколько их. Их просто наверху немерено. Я понял. Кого можно? Я тоже могу немножко почитерить. Все. Минусанули всех. Забираем опыта немного. Вниз, вниз, вниз. Все, здесь ничего нет. Опс. А, это тот, которого мы видели с вами через стену. А, вот так можно было даже, да? То есть с двух ударов моего. О, сейчас кто-то тут понавылазит. Четвертое физическое испытание — скорость. Испытуемый должен добежать до конца назначенной дистанции. А если мы никуда не побежим? Бежим! Опс. Хорошо, если принять бой, ну, допустим, теоретически.
Мы, в принципе, и опыт прокачаем себе, правильно? Их там просто охренеть сколько. Нормально опыта качнули. Ну, я считаю, довольно-таки неплохо. Ага, это мы просто такой небольшой кружочек сделали, да? Игра начинает лагать аж такого количества. Ребята, вы аккуратнее. Вы себя пожалеете. То следующее, вот следующее. Слушай, бумеранг очень крутая штука. Если бы его можно было на домах еще качнуть, я бы 100% качнул бы. Вопреки неуклюжему внешнему виду, испытуемый весьма ловок и демонстрирует высокую скорость реакции. Теперь мне особенно любопытно, из каких же материалов он сделан. Он точно психопат. Однозначно. Все. А, так, здесь мы про... Ну, я внизу не достану эту штуку никак. Это 100%. В смысле? Вы думаете, у меня там что-то появилось такое, что я могу находиться под водой? А прицеливание комбо позволяет задержаться в воздухе. Так, берсерк, это понятно. А, давайте мишку нашего вернем. Я не хочу вот этим пиратом играть. Так, снаряды взрываются при попадании. Кстати, прикольная темка. Бумеранг же считается снарядом, правильно? Замедляет время после урона. Это есть, это есть. Так, ниндзя, это понятно. Урон в рывке, неуязвимость, дальность рывка, быстрый заряд. Ну, тогда мне что-то непонятно. Но мы в воде, получается, не можем ничего сделать абсолютно. Куда мне топать дальше? Очень плохо, конечно, что разрабы здесь не сделали карту. Это очень ужасно. На самом деле. То есть я не знаю, куда мне сейчас возвращаться. Ну, теоретически можем сюда попробовать. Угу. Вот сюда дальше. Пойдем в жорло. Следующее. Пятое физическое, да, пятое. Испытание было сопрепятствием. Возможны побочные эффекты, такие как травмы головы, верхних и нижних конечностей, а также с высокой вероятностью летальный исход. Такие же побочные эффекты бывают у тех, кто меня разозлит.
Давай, хилимся. Потому что, я так понимаю, нам по побочным эффектам сейчас будет весело. Так, это мы прошли. Это мы прошли налегке. Это налегке. Так, что здесь? О-о-о. А что вы тут скучаете? Давайте я вас подлечу немножко. Но этого я не разобью бумерангом по-любому. Бумеранг мы заряжать не можем. Ладно, хрен с ним, пошли. Тут где-то еще есть одно тело. Минусанули тело. И здесь минусанули тело. Ну и куда здесь вот вниз падать? Ага, все, вижу. Здесь все чисто. Разбиваем ворота. Ну, началось. С одного удара я немножко приловчился. И теперь все, в принципе, получается у нас. Здесь же ничего нету. Нету. Никаких плюшек. Не спрятано. Мы нашли третье зеркало. В принципе, это можно сказать. Блять. И вот как мне теперь его там убить? Как мне его? Мне его перепрыгнуть, походу, надо. Капец. Ладно, сейчас зарядим топорчик. Все, к чертям пошел. Так, мы же здесь уже, ну, засветили, правильно, карту, да? Все, три зеркала у нас есть. То есть впереди у нас получается остается только финал. Ой, ну финал, я чувствую, какой будет. Совершенно непростой. Давай осматриваться, что у нас тут слева и справа. Опа, мы опыта насобирали. Мы почти опыта насобирали еще на плюс один уровень. Жаль, бумеранг света не дает. Было бы, конечно, очень клево. Испытуемый, которого мы в дальнейшем будем называть. О боже, какой-то страшный. В связи с запланированной операцией, наконец-то прибыл в зону испытаний с опозданием. Ты не расстраивайся, зато я быстро тебя убью. Пациент все так же беспокоен и склонен к насилию. Осуществим анестезию методом оглушения тяжелым тупым предметом, прежде чем приступить к препарированию. Ты кого препарировать собрался?
Я даже не знаю, что такое препарирование. Из моих настоящих детей. Вот это твой настоящий ребенок? Ты сумасшедший. 100%. Пациент повторяет отвратительные замечания, которые услышал от лживых фей. Я просил их подарить мне ребенка, но они не потрудились применить свое колдовство. К счастью, наука не лжет, и наука способна породить жизнь. Ну что ж, приступим к процедуре. Приступим к процедуре, малыш. Так, я так понимаю, тебя так не взять просто. Так, снизу у нас. Снизу у нас вулканы, сверху сосульки. Опа, прям в голову попало. Двойной удар. Иди сюда, я тебе ничего не сделаю. Блин, да что ж я так попадаю? Повторять? Нельзя говорить неправду. Минус. Больно. Я даже не знал, как спастись. Сынок, но зачем ты его предупреждаешь? Извини, папа, я больше так не буду. Да, сынок, больше так не буду. Нет! Выдержали. Синхронный двойной удар. Блин, не успел, не успел я. Адский вихрь. Блин, вот. Вот не знаю я, как против этой ерунды спасаться. Заштопался называется. Отлично, я еще и на прям под удар попался. Охренеть, охренеть. Сколько раз тебе повторять? Нельзя говорить неправду. Все, все, минус батя, минус батя, минус батя, минус сыночек. Мы минусанули этих полудурков. Эй, ты, скажи, как отсюда выбраться? Ты убил доктора, я не стану тебе помогать. Скажи хотя бы, как сам доктор отсюда выходить собирался? Никак, отсюда нет выхода. Кое-кто совершенно не умеет врать. Ну ладно, дай-ка я осмотрюсь. Вдруг чего найду. Даже если ты найдешь выход, все равно мы на дне моря. Спасения нет. Что тут у нас? Гвозди, шурупы, доски, акулья кровь, материалы, из которых он делал этих странных существ.
Мы не странные. Мы обычные дети. Ага! Пыльца водных фей! Это нам пригодится. Вы феи живьем-то бесполезны. Кому нужна эта ваша пыль? Эта пыльца защищает от воды. В океане без нее никуда. Эй, ты, полено говорящая. Если не скажешь, как нам отсюда выбраться, ты тоже погибнешь. Ну и пусть. Я вам ничего не скажу. Косолапый, у нас уже нет времени. Нам пора. Чтоб его. Рыба жарится. Тлеющие искры превратились в голодные языки. Вскоре начался настоящий пожар, и Мишке с Искоркой пришлось бежать. Лабораторию охватило пламя, и утробу рыбины заволокло густым дымом. В конце концов гигантской акуле стало щекотно, и она изо всех сил чихнула. Мишка с Искоркой не упустили свой шанс. Они мигом вылетели из рыбьей пасти. И прямо на морское дно, где их окружила таинственная тьма. Так, новая возможность плавания. Под водой нельзя ни исцеляться, ни атаковать. То есть мы, получается, под водой можем только плавать. Насколько я понимаю. А воздух у нас, я так понимаю, бесконечен. У нас есть один левел, который мы сейчас, в принципе, можем свободно прокачать. Повышает скорость плавания. Да, кстати. Вот это сейчас самое будет актуальное. Скорость плавания. Но плавать мы уже с вами, друзья, будем в следующей серии. Мы прошли серийку безумия. И оказались в зависти. А на сегодня я с вами прощаюсь. Целую, обнимаю, приподнимаю. До завтра. Пока-пока. I die.